Здравствуйте и добро пожаловать в программу «Планета бизнеса». Мы в Австрии, где познакомимся с формулой успешного развития экономики без ущерба для экологии. С нами представитель Министерства по защите окружающей среды Андреас Тшулик. Он расскажет, как увязать развитие бизнеса с заботой о здоровье планеты. Устойчивое экономическое развитие предполагает баланс между интересами экономики и окружающей среды, с тем, чтобы обеспечить улучшение качества жизни для граждан. Наши наблюдения и эмпирический опыт показывают, именно зеленая экономика генерирует самый активный рост. За прошедшие годы сектор экотехнологий в Австрии вырос вдвое, что положительно сказалось на общем показателе экономического развития страны. Спасибо, Андреас. А теперь давайте посмотрим на конкретный пример экобизнеса. Мы держим курс в Нойхофен ан дер Кремс, где работает компания-производитель инновационного типа тепловых насосов. Особенность новинки в использовании уникальной смеси газов с нулевым выбросом двуокиси углерода в атмосферу. Наш циркулярный тепловой насос обеспечит возврат инвестиций на дистанции от 3 до 7 лет. Это чуть дольше, чем при избытии насосов предыдущего поколения. При этом стоит учитывать огромную экономию вредных выбросов. Эта экологическая составляющая нашей продукции позволила нам получить помощь по линии европейской программы «Горизонт 2020». Итак, Андреас, мы только что убедились, что инновации — это настоящий ключ к успеху, особенно в промышленности. Расскажите об этом подробнее. Действительно, инновация — это ключ к перестройке действующей экономической системы, ее трансформации в экологичную и безопасную. Высокие инвестиции в науку и исследования обеспечивают увеличение темпов роста. Наши приоритетные задачи в экономике — сокращение выбросов, вызывающих парниковый эффект, снижение энергопотребления. Сегодня все больше предприятий осознают преимущества такого подхода и идут на необходимые преобразования. В итоге выигрывает общество в целом. Спасибо, Андреас, и спасибо всем нашим зрителям. Более подробную информацию вы найдете на сайте программы «Планета бизнеса» и в соцсетях. До встречи!